Друзья мои, всем привет! Я нахожусь в магазине TG Maxx, только канадская версия. Сейчас мы будем снимать много всего красивого. Конечно, в конце будут примерки, и мы пройдемся по одежде обязательно. И что-нибудь попримеряем. Сначала я вам хочу поснимать то, что здесь есть из декора для дома. Я вам иногда снимаю в этом магазине. Не часто, но снимаю, потому что я его сама очень люблю. И, например, если мне нужен какой-то подарок, я хожу только сюда, в основном, скажем так, сюда, потому что здесь невероятное разнообразие, относительно, скажем так, бюджетные цены, и есть очень много-много всего, и каждый день есть разное, понимаете, у них каждый день есть привоз, и если вам что-то надо, и вы сегодня не нашли то, что вы ищете, то вы придете через 2 дня, и, возможно, вы найдете. Я не буду особо комментировать, вот смотрите, вот какие прекрасные мухоморы, почем они, интересно, стеклянные, то легкие-легкие, $14-15, я хочу сказать, что здесь все очень подорожало в последнее время. Когда я, помню, начинала здесь покупать, цены были вообще, так сказать, совершенно, совершенно невероятно бюджетные. Сейчас, конечно, как все и везде, все подорожало. Но я вам хочу сказать, при всем при том, вот этом изобилии количества всего предметов, которые вы видите, которые совершенно на любой вкус, практически, и жирафом здесь, и слон, и ананасы, и какие-то скульптуры, и керамика, и зеркало, и, в общем, металлические изделия. В общем, все, что угодно. Лошади. Можно бесконечно перечислять. Все это раскупается. Вот всякие, видите, настенные, так сказать, украшения, дизайн для стен. Все это раскупается, и на распродажу, я должна сказать, что вот по моим наблюдениям, на распродажу остаются, выходят вещи какие-то поломанные, там какие-то, знаете, не очень, совсем какие-то странные, какие-то непонятно для чего и что с ними делать. Все прекрасненько раскупается, на сейл остается довольно мало вещей. Если честно, для меня это загадка, потому что я хочу сказать, что, допустим, декор для дома. Мы 10 лет назад, больше, 12 лет назад продали маленький дом. У нас был маленький таунхаус, и мы переехали в большой дом, в котором мы сейчас живем. Пожалуйста, рамочки для фотографий, такое изобилие вообще. И, у нас появилось много площадей для декора, разный там камин с полочкой там и так далее. В общем, много всяких вещей, которых у нас не было в старом доме, которые, в общем, появилось много места для всяких вазочек, картин, скульптур, там, я не знаю, цветов искусственных и живых. И вот мы тогда, когда переехали, мы все это купили. Я как-то продекорировала, насколько могла, свой дом. И все. Как бы вот 12 лет мы живем, я не знаю, мне ничего не надо. Потому что у нас, живем и живем, уже все стоит, все как бы на месте, все картинки висят, все вазочки стоят, горшочки стоят. И как бы я не покупаю по новой все это, потому что, ну зачем, как бы, да? Красивая, видите, красивая посуда. Здесь, кстати, есть, вот видите, посуда всяческая, разнообразная. Ну вот, к чему я все это говорю, что вы видите, здесь такое количество всего. И все это расходится и раскупается, потому что, не знаю, правду сказать, видимо, есть люди, которые там каждые несколько лет это все меняют. Я этого не делаю, мне кажется, это излишне, не нужно. Мне по-прежнему нравится все, что я покупала. Это вот, видите, уже появилась мебель для сада, для улицы, потому что уже, в общем-то, вот, видите, потому что уже, что у нас, май месяц, да, в общем-то, уже все готовятся к летнему сезону, вот всякие, это все уличная мебель, ну, вот это вряд ли, конечно, кстати, Tommy Hilfiger бренд дивана. А вот эти вот плетеные, вот эти деревянные всякие столики, это все для улицы. Вот этот набор, например, 4 предмета, $1700. И вот это 4 предмета, значит, 2 кресла, диван и стол. Единственное, вот действительно, что довольно быстро вот приходит в негодность у нас, это уличная мебель. Мебель для улицы, для двора, потому что... Бэк-ярд у нас называется, потому что,
не все стоит на улице. Некоторые... У нас, например, стол остается, он металлический, а стулья мы относим в бейсмент. И они как бы стоят зимой, они стоят у нас внутри, в помещении. Вот. А поскольку... А стол, конечно, металлический, он же начал ржаветь. Вот хотелось бы, может быть, стул приобрести новый. Но вот это, видите, всякая мебель такая, кресло, это для больших бэкьярдов. У нас бэкьярд не очень большой. У нас там стоит стол со стульями, за которым мы иногда ужинаем, обедаем, завтракаем, когда приглашаем гостей или сами. Вот. Но вот это вот я еще могу понять, что вот мебель для улицы, она довольно быстро приходит в негодность, ее довольно часто надо, ну, раз в несколько лет, скажем так, надо обновлять. А вот все остальное, ну, окей, полотенце там, понятно, постельное белье, все это тоже от стирок приходит в негодность. А вот насчет декора для дома, ну, как бы я не знаю. Вот, кстати, здесь есть мебель. Смотрите, какой красивый стол. Интересно, из чего он сделан. $800 он стоит, и $200 стоит каждый стул. Это недорого. Так, там ковер опускают, и шумно. Видите, вот зонтик, вот это все часть, некоторая мебель для дома, некоторая мебель вот это, например, для улицы. Видите, здесь даже написано, что это Outdoor Home Collection. Это для улицы мебель, тут миллион всяких стульев. Короче, к чему я все говорю, что вот это вот количество декора для дома, которое появляется здесь в магазине и потом его, в общем-то, раскупают, я очень удивляюсь всегда, кто же это делает. Ну, как бы, ну, вот кастрюлю. Кастрюлю тоже нужно обновлять. Вот всякие вазочки, зеркала, картины. Я не знаю, у меня висят и висят 12 лет уже они все. Ну, есть люди, которые любят часто менять. Это не такое уж дорогое удовольствие, поэтому я думаю, что вот есть люди, которые, наверное, часто это меняют. Мне, честно говоря, не хочется это делать. Единственное, что я поменяла там шторы у нас в гостиной, потому что они уже тоже как-то от стирок и от того, что они висят на окне, они немножко выгорели. Вот, а вот всякие вазочки и картинки, я не знаю. Ну, может, если они мне лет через 5 еще совсем окончательно надоедят, и я решу их все это поменять. Красивая какая ваза с искусственными цветами. Все, короче, пойдемте в одежду. Я вам показала, чуть-чуть показала приятные мебели. Вот это очень прекрасная за $2000 почти такой диван на улицу. Это когда большой бэкьярд, у нас так даже и не влезет, наверное. Если, вернее, влезет, то займет пол бэкьярда. Такой диван с подушками. Это, знаете, когда вот бассейн у людей, большие бэкьярды, то можно вот на таком вот полежать. Вот. Ну, в общем, вот вся эта вот мебель для улицы. Она здесь симпатичная. Подушки эти, я всегда думаю, что с ними делать во время дождя. Вроде бы говорят, что у них такая, знаете, обивка, что оно... И вообще все, что внутри, что оно очень быстро высыхает. Я знаю, что у моих знакомых был такой вот набор с такими подушками. Каждый раз, когда собирался дождь, они их заносили в какой-то этот... ну, типа домик такой у них стоял. Сарайчик такой на дворе, чтобы это все не намокало. Ну, в общем, по-моему, это большой геморрой с этими подушками. У нас обычная такая, обычная мебель. Вот, поэтому я думаю, что подушки на улице совершенно... Это приятно, но это излишки, излишки роскоши. Так, здесь у нас, кстати, украшения. И посмотрите, какие симпатичные броши. Это не винтаж, но посмотрите, какие они красивые. Вот это мне прямо очень нравится. Здесь написано, что это глаз, стеклянные камни. Шикарно. Интересно, сколько они стоят. $15 всего ничего. А что это за бренд? Не знаю. Вот такой какой-то, не знаю. Piper Key. Не знаю, что это такое, но по-любому. Она очень красивая. У нас в секонде можно сейчас дороже что-то, наверное, продают. Посмотрите, какая прелесть. Тут еще есть вот такие вот. Но эти подороже. Есть такие вот жуки. И есть вот такой вот за $20 блестящий цветок. Но в нем ничего нет необычного. А вот эта вот штука. А еще вот смотрите, какой жук.
тоже за $15. Ну, красиво же, правда? Симпатичные брошки, да. Ну, вообще здесь много украшений. Блин, сидела на корточках, еле встала. Ну, в общем, здесь всякие серьги. Кулончики, сердечки, сережки. Вот такие всякие маленькие, большие. Вон сердца. Ничего особенного. Это такой обычный ассортимент. Здесь много всего такого. Здесь еще есть вещи, которые лежат здесь на витрине. Они получше, поинтереснее. Здесь есть золото, например. Вот эти вот, видите, золотые украшения. $229. Такой обруч с жемчужинками. Этот тоже 229. Вот такие маленькие всякие сережечки. Декоративные украшения. Довольно красивые здесь бывают. Опять же, не очень дорогие. Это все серебро. Вот эти браслеты, вот они по $50, за $60. Это все серебряные сердечки, вон кольца. Красивые такие с камнями. Кулоны, это все серебро. Здесь тоже серебро с позолотой, насколько я понимаю. Вот такие инфинити цепочки, много винтажные они были, а сейчас они, видите, снова стали их делать. Часы. Вот это, по-моему, Сваровский. Вон там, да, Сваровский, видите, вот здесь вот лебедь за $80. И вот этот вот очень красивый браслет из кристалла Сваровский, $180 он стоит, посмотрите, какой красивый. И вот это, 229, видите, вот здесь значок лебедь, вот тут вот, тоже очень красивый браслет. Здесь стали появляться изделия Сваровский. Кейт Спейд, очень известная у нас компания, довольно дорогая, здесь она не очень дорогая. Но насколько я знаю, есть магазин вот недалеко от меня, где я часто снимаю, там еще всякие Гуччи часы и все такое. Здесь нету этого, потому что это другой магазин. Здесь нет этого дизайнерских вещей. Вот, посмотрите, как много всего, какие большие. Сейчас уменьшу. Какие бусы. Вот какой красивый. $130. Чокер такой красивый. Боже, как дорого. Штуки дорогие-то. Что-то такое. Вот смотрите, видите, серьги, браслет. Ну, цепочка не с той оперы, не совсем. Большие браслеты. Видите, какие всякие. Вон какие огромные. Что-то у них прям такая гигантомания пошла. 199, но они не дешевые. Это какие-то... Португальский, сделан в Португалии, написано. Я даже не знаю, что это за бренд, но видите, они... А вот это $25 стоит, а вот эти вот дорогие. Вот это тоже дешевые. А вот этот 199, вот это тоже 25. А вот этот поменьше 199. И браслет 199. Я не знаю, что это за бренд. Ну, эти подешевле. В общем, вот такая вот история. Пойдемте в шмоточки. Смотрите, какие уже летние пошли платьица. Боже, какая прелесть из шитья. Ой, почем оно? $60. Коротенькое такое, правда. Единственное, что оно короткое. Ну, посмотрим. В общем, вот такое платье летнее. Вот здесь платье из шитья. $50. Ну, в общем, короче, ситцы, хлопки, шитье. Очень всего много. Цветочек однотонный, черный. Сейчас мы что-нибудь найдем с вами. Есть неплохие, есть такие прямо синтетика. Вот это красиво за $70. Мне кажется, в нем есть какая-то часть шелковая. Вот эти платья, я знаю, у них вот эта подкладка из трикотажного хлопка, а само платье сделано, в нем какая-то часть сделана в Италии. Но это, знаете, такое, да, действительно в Италии, но там тоже в Италии разное бывает. Я думаю, что частично оно шелковое. Я знаю эти вещи. Оно с рукавом. Интересная, кстати, красивая расцветка. Просто такое вот прямое платье. Единственное, оно на подкладке. Вот на такой трикотажной. Вот. В
Вот еще сине-белое за 50. Тахари такой бренд у нас. Вы знаете что, я не буду вас мучить обзорами, потому что на самом деле здесь можно ходить час. $50 стоит вот такой сарафан. Черно-белый. Надо отойти, чтобы вам было лучше видно. Рядом что-то оранжевое. Ну, в общем, здесь много всего. Это, правда, все размер экстра смол. Вот здесь вот все висит по размерам. И надо здесь копаться, потому что, видите, всего так по одной, по две вещи. Ну, вы знаете, это идея магазинов TG Maxx. Ой, вот смотрите, какая прелесть. На курорт вот такой сарафан за $50. Прекрасная расцветка. Ткань похожа на лен. Сейчас я проверю, посмотрю, скажу вам, что здесь написано. London Times какой-то. Здесь не написан состав. Мы сделаны в Шри-Ланке. Посмотрите, какая приятная расцветка. Сверху вот такие вот канаты, как будто бы из вместо шлеек. Сейчас посмотрю состав, мне даже интересно. Вот, кстати, еще одно платье из шитья. Много у нас тут шитья. Да, состав неплохой. 55 лен, 45 вискоза. Вот чудеснейший сарафан на курорт летом отдыхать. Просто супер. Пойдемте сходим в обувь еще посмотрим. Я, как всегда, в свой размер. Теннис 5-6, 35-36. Ой, какая прелесть. Это кроксы. Это не летняя обувь, но... Боже, они такие удобные. Сколько они стоят? $50. Вот симпатичные такие босоножки. Смотрите, с какими. Почем они? За $100. Но они прикольные. Смотрите, какие интересные. Есть такие же оранжевые. Эти прям вообще красивые. Вот всякие босоногие шлепанцы. Моего размера, как всегда, $80. Никогда толком ничего нету. Чтобы на меня было как раз. И даже не моего, а даже... Нет, ну здесь очень много всего. Здесь просто на любой вкус. Всего навалом. Сейчас мне напишут опять, сколько хлама, куда столько хлама. Девочки, поверьте, канадцы не самые большие в мире модники. Но, тем не менее, все это расходится. На распродаже остается не так уж много вещей. Этот магазин очень популярный, потому что он недорогой, бюджетный. И еще раз скажу, что здесь обновляются все время $70. Вот такие вот такого типа босоножки я вообще очень люблю. С пяточкой, вот такие вот. Если был такой мой размер, я бы взяла, не глядя на цену. Здесь все обновляется очень-очень часто и очень быстро. Товар меняется на любой вкус. На любой кошелек. Все, конечно, подорожало по сравнению с тем, как это было пару лет назад. Но, в принципе, до сих пор еще, скажем так, намного бюджетнее, чем во всех остальных других магазинах. Есть на каблуке, и без каблука, и вот такие вот, шлепанцы. Все, что хотите, понимаете, на любую вашу прихоть. Вот, под Биркенштоп. Ну, смотрите, какие смешные у них эти перепонки. Так, все, я пойду что-нибудь себе выберу. Выберу себе попримерять, и мы с вами идем в примерочную. Друзья, дорогие, я все-таки решила примерки вынести в отдельное видео, потому что видео получится на больше, чем полчаса. Никто не выдержит так долго смотреть. А вот сейчас то, что вы видите на своих экранах, это коротенькая такая затравка того, что вы увидите в следующем видео. Видео примерок. На сегодня все. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока, бай-бай.